Это Джесс. Джесс Блэк. Встретимся на лесопилке. Повар задержался на этом свете. Решетку для коптильни сделала. Добыть бы лося. Я не видела ничего под... Доброго. Я во всем разберусь. Откуда у них такая сила? Я думала, мне конец. Спасибо тебе. Я Сара. Сара Перкинс. Я была главой отряда по защите дикой природы. Мы изучали местных волков и нашли это. Это волки. Но я таких раньше не видела. Сектанты называют их судьи. Они больше, сильнее и злее местных видов. Секта пыталась заставить нас помогать им. А когда мы отказались, они спустили на нас этих тварей. Илай с выживальщиками спасли меня. С тех пор пытаюсь отплатить добром за добро. Есть у меня мысль, как использовать формулу секты, чтобы выследить судей. Но у меня в распоряжении только трупы. Мне нужен живой судья. Знаю, это очень опасно, но я в отчаянии. Сектанты тренируют волков в лагере «Прорыв». Будь осторожнее рядом с лесопилкой. Там все контролируют сектанты. Если ты сделаешь это, то я смогу придумать способ, как с ними бороться. Встретимся в лагере, когда закончишь.
оказалась рядом. Всю мою команду отдали на растерзание волкам. Повезло, что меня не забрали. Я изучаю судей уже несколько месяцев. Мутная история, по правде говоря. Если вкратце, Иаков и его солдаты накачивают бедных волков каким-то наркотиком. Я не знаю, каким, но он превращает их в машины для убийств. Похоже, сектанты знают, как заставить волков слушаться. Я видела, как судьи выполняют их приказы. Самое жуткое, что волками эксперименты не ограничиваются. Размажу! И мы начнем. Супер. Замани одного внутрь. Не вижу судей. Их нужно как-то заманить сюда. Есть идея. Колокольчик. Возьми тренера и брось тело в кормушку. Рефлекс сработает, вот увидишь. Они услышат колокольчик и прибегут. Не думала, что у тебя получится. Круто. О, ты только взгляни! Красавец! А, респираторные проблемы. Может быть, что-то вдыхал. Я тебя разгадаю, не бойся. Огромное тебе спасибо. Теперь у меня все, что нужно, чтобы синтезировать формулу. Вот, возьми тестовый образец. С его помощью ты найдешь этих тварей. Устрой тест-драйв. Говорят, волков тренируют в центре Клык. Прицелиться.
послышалось. Я Чет. Готовлю для сопротивления. Но сейчас тяжко. Сектанты убивают всех живых. И сгоняют в центр клык. Не только животных, а на лесопилке людей держат в клетках. Короче говоря, выживальщики голодают. Еды почти нет. И что еще хуже, я только что испортил последнее мясо. Все просто. Мне нужна любая дичь с рогами. Принеси мне ее, я начну готовить. Зверей точно можно найти неподалеку. Возьмешь тачку и сразу отобьешь мясо. Этого достаточно. Ты не сможешь прятаться, братец! Take heed,
Я молодец.
это так не оставит. Thank you.
Без тебя мы бы не справились. В своем уме? Говорят, Иаков построил. Ого! Thank you.
Как-то это шашлыком пахнет. Thank you.
Когда сможешь, мы еще не закончили. Их придется сбивать. Так что найди тачку попрочнее, а потом принеси мне мясо. Ну, сука!
Быстрее, пока не поздно. Я уверен. Всех животных, но кажется, чизбургер сбежал. Thank you.
Отлично, помощник. Теперь все, кто не сможет дрессировать судей в центре Клык. Братья Фаулер будут рады вернуть свою собственность. Кстати, узнай у местных. Может, кто в курсе, куда убежал медведь Чизбургер? Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце.
чизбургера видели около магазина стройматериалов Лимеро. Прихвати лосося. Благодарен. августа 1973-го. Вдохновленный духом американской смекалки, Хлач Никсон, величайший каскадер Млечного Пути, сбрил все волосы на своем теле и собрал из них прототип костюма крыла, чтобы испытать на себе все ужасы и прелести полета. Радость быстро сменилась горем, когда при спуске он повредил бедренную артерию. К счастью, потеря крови лишь улучшила его аэродинамические свойства, и так он стал властелином крыльев, на данный момент единственным в своем роде. Гонка. Впереди лабиринт из деревьев и камней. Время истекло.
ширина трассы уменьшится. Надеюсь, наша героиня справится. Скоро начнется самый опасный участок трассы. Вот и все. Остается последний отрезок. Все в порядке. Впереди лабиринт из деревьев и камней. Скоро ширина трассы уменьшится. Надеюсь, наша героиня справится. Скоро начнется самый опасный участок трассы. Вот и все. Остается последний отрезок. Получается гонка. Впереди лабиринт из деревьев и камней. Скоро начнется самый опасный участок трассы. Вот и все. Остается последний. Она даже не напрягается.
лабиринт из деревьев и камней. Скоро ширина трассы уменьшится. Надеюсь, наша героиня справится. Скоро начнется самый опасный участок трассы. Вот и все. Остается последний отрезок. Финиш совсем близко. Сможет ли наша героиня приземлиться на воду? Прекрасный финиш. Этим сектантам их врата Эдема. Случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет, вот увидишь.
волнуйся, ты скоро выйдешь отсюда. Ты думала, что свободна? Твой друг так старался, но все напрасно. Ничего. Он все осознал. Я же говорил, ты не герой. Ты орудие. Ты узрела свой путь. Согласись, ты знала всегда. Жертвуй слабым. Убьем слабых! Да. Неплохо. This world seems bright. Only you can make the darkness bright. Only you. Да, только ты подобралась так близко. Только ты завоевала доверие. Только ты могла это сделать. Ну да. Супер. Ты прошла проверку. Ты принесла свою жертву. Но теперь ты одна. И ты слаба. Ты знаешь, каков удел слабых. Прорядить стадо. Вот мой долг. И теперь я буду ждать тебя. Ты убила его? Стой! Ах ты, тварь поганая! Выйди! Он тебе верил! Выйди! Я тебе верил! Это не она! Это Иаков! Нет! Послушай меня! Это был Иаков! Такое уже случалось! Ронни, Паркер, он убил их всех! Это мы его впустили! Ты найдешь этого подлеца. Найдешь его и убьешь. Или в следующий раз. Богом клянусь.
Я сама убью тебя. Решил, что ты расклеилась. Но все же ты солдат. Не оплакивай его. Он был слаб и эгоистичен. Я дал ему шанс доказать свою силу. И ему нужно было лишь сдать мне свою помощь. Сколько бы всем было проще. Не сопротивляйся. Просто сдайся. Ты выполнила свою функцию. Спасешься. Что дальше? Будешь мальчиком на побегушках у подростка и домохозяйки? Без Элая выживальщики никто. Без Элая ты никто. Ты сильнее, чем я думал. Но убив меня, ты не изменишь ничего. Думаешь, я не хочу умирать? Это мое призвание. Я отдам жизнь за Иосифа и сделаю это с радостью. Я понимаю свою боль. Я его жертвоприношение. Все очень просто. Ты просто плоть. Кажется забавным, что всем, кому ты пытаешься помочь, становится только хуже. Элай, брат. Трагедия следует за тобой по пятам. Если ты и правда хочешь спасти этих людей и стать героем, просто уйди. Так все будет лучше. Ожидает слабых. Судьбу не останов...
это граната! Уже проиграла! Ну давай, покажись! Ты забыла свое место! Ты слаба! Нет никакой победы. Кровь прольется. Пострадают все. Ты умрешь сейчас или позже. Решать тебе. Но так или иначе, ты не станешь героем. Мой брат всегда это предвидел. Не знаю, говорит ли он с Богом. Это не важно, ведь он прав. Человечество в очередной раз. О, опасности. Неважно, чего мы смогли достичь. Всегда находим способ разрушить это. Вавилон, Рим. Империи растут, империи гибнут. Америка ничем не лучше. Думаем, что неуязвимы. Вторую мировую войну с терроризмом мы пережили, но приблизились к краю пропасти. Тут и стоим. Мы прибыли по графику. Ждали, пока кто-нибудь подтолкнет нас. И, о да, ты это сделала. Все случилось так, как он предсказывал. А ты даже не подозревала. Ты так ни хрена и не поняла. Помощник, как
будет время, заскочи в ближайший магазин. Глянь, что там нового. Позиция. Я подсоблю! Нужно спуститься пониже! Да, блин!
Спасибо, что спасла мой зад. У сектантов есть ученый. Он накачивает волков какой-то дрянью. Так они становятся судьями.
тебя найду! Блокировка выходов. Шлюзы закрыты. Господь укажет нам путь. Итак, что может быть хуже всего на свете? Шлюзы открыты. Нет, не слабо. Смерти Якова, у отца должен быть запасной план. Просто обязан. У меня есть дела поважнее, чем ловить тебя, грешница! Чем дольше прячешься, тем хуже тебе будет! Ты не сон. Прошу, не надо. Нет, прошу, нет. Прошу, нет. Нет, прошу, не надо. Простите. Простите. Он сказал, что я слаб. Не убивайте. Что заслужил это? Прошу, не надо. Может, он был прав. Нет, прошу. Может. Нет. Прошу, не нет, заслужил. Нет, не надо. Может быть. Простите. Да. Простите. Может быть. Да. Прошу. Может быть. Прошу. Может быть. Стал сильным. И теперь они слабы. А слабых должна жертвовать.
Так быстро прибывайте! Надо бежать! Мы пришли у Уайтейл разными путями, но всех нас вела потеря. Родные, друзья. Но Элай исцелял наши сердца. Показал нам, что мы можем положиться друг на друга. Он был моим другом. И я буду скучать. Ты ни при чем, он это знал. Элай считал, что нужно ждать. Держаться, пока сектанты не уйдут. Они не уйдут. Они не уйдут. Это опухоль. Она растет. Жрет нас. Вырежем ее. Да! Эти падлы верят, что близится конец света. Так и будет. Мы закроем врата Эдема. И не успокоимся, пока не перевешаем всех этих паскудных тварей на деревьях. Да! 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 Еще одна печать сломана. Моя семья, мои братья, сестра, их забрали у меня! Змей!
притаившийся в саду! Я думал, что знаю планы Бога. Я ошибался. Я был слеп. Но сейчас я вижу. Ты забрала мою семью, и я заберу твою. Мы примем их в наши объятия. Так же, как примем тебя. Мы будем ждать тебя там, где все началось. Нигде не безопасно, но в логове шанс выжить выше. А вдруг мы не выжили при крушении? А вдруг мы в чистилище? И теперь должна ответить за всю херню, что творили. И будем страдать, пока не заслужим прощения Бога. Найди тачку попрочнее, а потом принеси мне мясо. Ну, ты их сразу заметишь, а это не трудно. Это Джесс. Джесс Блэк. Встретимся на лесу.
Приветствую, мэм. Thank you.
А вот об этом я и говорил. Нет ничего вкуснее дожорства ключа. Выживающий типун с этим. Ты добрый изобретянка, вот это. Крыша, видишь вон ту тачку? Я ее только что починил. Забирай. Господи! Я поймала его. Адмирал был у меня на крючке, как вдруг появились сектанты. Я двинула одному прямо в морду, но повредила руку. Не могу даже удочку держать. Теперь все зависит от тебя. Сходи туда и забрось удочку, пока адмирал не уплыл. Давай, мне нужен этот приз. Не подведи меня. Мой первый
Давай, ты его вымотала! Thank you.
Я вижу тебя, Спирса!
встает. Thank you.
Иакова. Что на это? Конечно. Но до финала еще далеко. Это отвратительно. Так это ты разобралась с Иаковым? Ты моя героиня. Thank you.
вперед! Сколько я себя помню. Драбмен вряд ли с радостью расстанется с бабками, но как же я мечтаю оказаться подальше отсюда и все забыть. Я сейчас разревусь от счастья. Но нет, плачут только неженки. Мы с Диланом обязаны тебе жизнью. Не знаю, как тебя отблагодарить. Ты уж береги себя.
слабых, убогих. Он действует без сожалений. Мы поступаем так же. Мы разделим стадо. Покрасите, все будет как новенькое. Здорово стреляешь. Спасибо. Страшно подумать, сколько моих друзей держали в клетках на этой лесопилке. Слишком много выживальщиков погибло здесь. Спасибо, что отомстила за них, помощник. Илай гордился бы тобой. В атаку! Отвлеките их! Я вниз! Открываю! Помоги. Это важно. Спасибо, что спасла. Я Джесс. Пулемет! Раз уж ты тут сражаешься с эдемщиками, то наверняка знаешь моего дядю Дача. Слушай, времени у меня мало, я перейду к сути. Я выслеживаю... А ты умеешь за себя постоять. Ладно, слушай. Я выслеживала одного из обожателей Иакова. Я выслеживаю урода по кличке Повар. Этот тип зло воплоти. Его нужно прикончить. За мной, сюда. Видишь? Его почерк. Он сжигает людей заживо. Сучьи сектанты забирают всех. Они вытащат тебя из дома, из бара, из церкви. Им похер, где ты. А потом тебя определяют в одну из двух групп. Сильные и слабые. Иаков собирает армию. И тот, кто не может или не хочет стать солдатом, умирает. Прорядить стадо. Так он это называет. Уничтожение невинных людей. Никто не верил, что это правда, потому что никто не хотел верить. Ah!
Огонь! Уходим! Почти на месте. Посмотрим, что там. Тихо. Не высовывайся. Похоже, тихо ты не умеешь. Как же меня угораздило. Спаси меня! Я спасен! Спасибо! За что мне эти мучения? Смотри, не могу поверить. Есть еще люди! Повар забрал их в горы! Боже! Он... Ладно, и забрал остальных. Надоело еще постоянно. Увел их в горы. Знаешь, почему его зовут поваром? Пару лет назад ему поручили расправиться с одной семьей. Родителями и детьми. Он заставил их голодать. Слава богу, ты разобрался. Не давал им ничего. Даже воды. Их мучила жажда, и им пришлось начать пить свою мочу. Дети отказывались. Родители пытались заставить. Но детей рвало. Повар был недоволен. И тогда он вздернул родителей на столбах под палящим солнцем. Постой, я что-то слышала. Что это было? Помогите. Мой муж, повар забрал его в яму. Он хочет жить. Он сожжет его живым. Спасибо. Пойдем. Спасите! Спасите! Помогите! Ты очень нам помогаешь. Я так перепугалась.
Так вот. Повар вздернул родителей и решил дать детям немного воды. И потом спросил, хотят ли они есть. Дети, конечно, хотели. Умоляли. Повар предложил им свинину. Они согласились. Он подошел к родителям, снял с них обувь и начал считать. Один поросенок пошел на базар. Кровь лилась рекой. Повар широко улыбался, предлагая отрезанные куски детям. Скоро поросят не осталось. Он рассмеялся и поджег тела родителей. Воздух наполнился сладким запахом горящей плоти. Это невозможно забыть. Когда они перестали кричать, я осмотрелась, но он пропал. Растворился, как демон в ночи. В общем, теперь ты знаешь, почему он повар. Подберемся поближе. Твою мать, их уже жгут! Эта мразь заслуживала худшие участи. Если не свалим, поджаримся! Тоже пошло не так. Дач был прав. Я потеряла смысл жизни.
13 апреля 1968-го. Клатч Никсон, величайший каскадер на Земле, проезжает на вездеходе через лес, столь же могучий, как и он сам. Трюк получил название «Генитальный забег» в честь ритуала племени Винджа, при котором в ледяную ванну помещалась сперма крупных зверей. По легенде, такая ванна придавала крепость, выносливость и мужскую силу. Наука не признает эту процедуру, но трюк Клатча так никто и не повторил. Подойди-ка. У меня тут проблема. Может, поможешь? Ты молодец. Спасла многих. Спасибо. Суть в том, что я знаю этих уродов. Как заводные. Они везут сюда грузовики за новобранцами. Хочу устроить им сюрприз, когда... Нужно... Я помогу! Черт! Я сейчас сдохну! Нужно приготовиться. Эй, погоди-ка. Нужно приготовиться. Ну что, приступим. Хочу устроить им сюрприз, когда они будут у ворот. Устроим засаду долбанным сектантам. Дайте мне виски, кто-нибудь. Или сестер.
Я вижу! Вот, блин! Выступаю! Ты у меня на мушке! Тут в доме своего папани. Мы с ним собираемся надрать этим сектантам их врата Эдема. Амигос! Не выводи меня! А ну иди сюда! Это о тебе говорил, сучонок дач! Эй ты! А ну тащи сюда свой тощий зад! Ты зарегистрированный избиратель? А хрен с ним! Мне нужна помощь другого рода! Перейдем к делу. Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск, Хёрк-младший, тупой, как ведро для угля. Весь в мамку. Безмозглый сучонок похерил мой грузовик, Нэнси, названный в честь лучшей первой леди нашей прекрасной страны.
Если либерасты узнают, что я о своих вещах позаботиться не могу, плакало мое место в Сенате. А раз уж ты на моей земле, и я тебя не убил, хотя любой американец при оружии имеет на это право, то ты у меня в долгу. Помоги недоумку вернуть грузовик, и я займусь подготовкой к выборам. Младший, тебе тут помочь хотят. Попробуй не просрать свой шанс. Если я лидер всех, не должен ли я молиться самому себе? Это типа как в начале. Блин, я в Филипп-то не въехал. Сейчас и подавно ничего не пойму. Эй, царь обезьян, хороший мой, ты здесь? Это я, Хёрк. Эй, Мига. Не, слушай, я ж ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталий или пенина, или... О-о-о! Дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны! Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес! Ну, раз уж ты посланница царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он жадит? Прям посрать некогда. Очуметь! Я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак. Детка, и они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьмите меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну, то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по-добру-поздорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажремся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Забыл. Вспомню по ходу дела. Черт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовику святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. До появления эдемщиков волки никогда...
Нет, слушай, я же... Эй, ты куда собралась? Боже, рад видеть, Омега! О, ты вернулась! Не, слушай, я же ничего не сказал про твой пол, правда? Я ж к тебе со всей душой. Просто я всех своих Омега называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталии или пенина, или... О-о-о, дежавуду, чувак! Мы часом не встречались? Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланница царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью Лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. Выборы в Сенат его подкосили. Не создан он для этого дерьма. Знаешь, как он занят? Прям посрать некогда. Очуметь, я целый день молился. Просил царя обезьян, малыша Иисуса, даже святого Валентина подать мне знак. Детка, и они прислали тебя. Вот что я тебе скажу. Вернуть грузовик будет непросто. Он у святош. Ну, скажу честно, все началось, когда я решил стать одним из них. В смысле, это казалось мне хорошей идеей. В плане, у них есть пушки, еда, тёлочки. Признаюсь, ради этого я готов на все. В смысле, это было похоже на вечеринку, знаешь? Я им: «Эй, амигос, возьми ты меня к себе!» «Возьмем, говорят!» И давай перечислять свои правила. Не прелюбодействуй, ну то есть не трахайся. Алкоголь запрещен, вечеринки и все такое. Ну нахрен! Так что я свалил оттуда по-добру, по-здорову. Жаль только, папин грузовик забыл. С тех пор он злой как пес. И я должен вернуть тачку. Не парься на этот счет, чувак. У меня есть план из 9 пунктов. Первое. Нажрёмся в хлам. С этим я быстро справлюсь. Второе. Помолимся, чтобы кто-то решил за нас эту проблему. Готово. Третье. Блин, забыл. Вспомню по ходу дела. Чёрт, а ты умеешь слушать, Боба Фетт? Мой старик меня вообще не слушает. И не слышит. Мы с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папаня стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя, пушками махать тоже, и все в таком духе. Но когда мы отожмем грузовик у святош, он будет рад до усрачки, он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеголять папаню. Он увидит, как она меня обожает, и станет обожать еще сильнее. А на день рождения и Рождество они совсем озвереют. Ага, вот мы и на месте. Я вспомнил третий пункт. Мы нагнем их, как мой дед нагибал заграничных шлюх во Вторую мировую. Видишь ту вышку? Погнали туда. Внизу!
чувак! Мы надрали всем зады! Прям как у Розенкранца и Гильденштерн! Люблю театр! Переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. А, да, чувак! О, блин, не шуми. Да, точно. А, блин, чувак. Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Используем трос, бро. Спустимся на нем и нападем, как крутые ниндзя. А, да, чувак! О, блин, не шумим. Да, точно. А, блин, чувак. Чуметь, чувак! Это охрененно, бро! Я бы еще разок прокатился! Голышом! Заодно яйца проветрил! Джерони, бро! Много где побывал, и могу честно сказать, в Монтане самая сочная живность. Меньше. Мой друг... Это что было? Смотрим, Бога, это должно... Супер Амиго. Так, пункт 5. Бежи, пока другие не... когда увидит дырки от пуль. Я не вижу! Голосуйте за Хёрка! Овощи! За небесья! Прошу, помоги!
я упомянул 5 пунктов? Блин, я уверен, что что-то забыл. Но ты молодец. Расскажу тебе маленький секрет. Я хочу организовать свою секту. Ты будешь первым из хёркистов. Моей паствы, то есть. В секте будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких тёлочек. Будем бухать и отрываться без передышки, бро. Взгляните на это. 2 сапога пара. Рад, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится царю обезьян. Второе задание. Надо подумать. Второе задание... Ты получишь позже.